Всего лишь 4 команды остались в Лиге чемпионов, которые в своих парах поспорят за выход в финал. Сегодня нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Перед нами состав Челси. Вот что мы видим. 3 игрока впереди и 4 в обороне. И 3 полузащитника цементируют игру в средней линии. Всего лишь 4 команды остались в Лиге чемпионов, которые в своих парах поспорят за выход в финал. Сегодня нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Перед нами состав Челси. Вот что мы видим. 3 игрока впереди и 4 в обороне. И 3 полузащитника цементируют игру в средней линии. Всего лишь 4 команды остались в Лиге чемпионов, которые в своих парах поспорят за выход в финал. Сегодня нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Перед нами состав Челси. Вот что мы видим. 3 игрока впереди и 4 в обороне. И 3 полузащитника цементируют игру в средней линии. Всего лишь 4 команды остались в Лиге чемпионов, которые в своих парах поспорят за выход в финал. Сегодня нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Перед нами состав Челси. Вот что мы видим. 3 игрока впереди и 4 в обороне. И 3 полузащитника цементируют игру в средней линии. Всего лишь 4 команды остались в Лиге чемпионов, которые в своих парах поспорят за выход в финал. Сегодня нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Перед нами состав Челси. Вот что мы видим. 3 игрока впереди и 4 в обороне. И 3 полузащитника цементируют игру в средней линии. Свисток арбитра начинает первый матч полуфинала. Сумасшедшее напряжение сегодня будет на поле и на трибунах. Велика цена ошибки, но ради выхода в финал придется рисковать обеим командам. Вернер. Н'Голо Канте. И несколько слов о Тиму Вернере. Он очень здорово включается в атаку и умеет ее завершить точным ударом. Вот этим наверняка сегодня и займется. Из этой атаки может получиться что-то.